И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Dark and Light. И сегодня... переключился обратно на игру. И сегодня, наконец-то, пойдем в путешествие. Я вообще в целом, я не знаю, где находится город. Вообще, вот реально, я что-то по этой карте дебильно смотрел, и вообще, я запутался еще сильнее. Вроде эльфийский город где-то должен быть внизу, и как-то все непонятно. Ну, я одно могу сказать. Я выйду из города и пойду прям, а там уж куда меня дорожка приведет. Вот. Ну, для начала расскажу, что вообще произошло. Кстати, сейчас в последующей серии будут как эти, то есть подряд, и я сейчас буду подряд все снимать, чтобы, ну, то есть, сейчас все серии, которые до конца сезона выйдут, они все будут сняты подряд. Вот, ну там сколько уж получится. Во-первых, у меня 18 левел, почти 19 левел. Три молнии у меня уже есть. И мне выпали вот такие вот ботиночки. Те самые, которые я хотел застряпать, мне выпали. И... ой, сейчас наушники попробую. И Magic Proof, да, все-таки как я... не надеялся, надеялся-то я на атаку. Все-таки Magic Proof это противостояние магии. Это защита от магии всего лишь на все. К сожалению. Вот, выпал еще один шлемачок. Я не знаю, насколько у меня он был. На 52 или на 56. Но какой-то из них мне еще дополнительно выпал. Но это все-таки круче. 91 броня, 56, 33, штанцы обычные. А вот ботиночки, я думаю, все-таки, наверное, Magic Proof надену. Вот, потому что прочности у них, во-первых, больше, а во-вторых, они все-таки дают магическую защиту. Это, я думаю, мне в дальнем путешествии пригодится. Так что надеваем их. Так, берем все вот эти вот шмоточки. Не то пальто. Вот это. Также берем все молнии с собой. Это все-таки у меня последнее путешествие идет. Следующее путешествие будет незнамо когда. Вот эту хрень создал, я не знаю, что это. Я так ее создал только. Так, дальше. Здесь выбил две железные кирки. Да, выбил я их со смерти с косой. Я их поубивал. И выбил. В целом они одинаковые, только здесь прочность 77, здесь 54. Вот, поэтому берем ее. Ну, раз все-таки кирка есть круче, так что почему бы ее не взять? Тем более у нее дамаг 36, а взять, к примеру, мой меч это 25 дамаг. Вот, так что стоит задуматься. Берем ножичек. Ну, кстати, не этот давай лучше возьмем. Так, назад. Давай вот этот стак из 10 возьмем. Возьмем посох. Ну, все-таки меч возьмем давай. Так уж и быть. Лук стрелы, ну давай лук стрелы возьмем. Так, прочность 50, 55, здесь сколько, 57, здесь 50, я здесь был 57, вот. Так, а ты у нас 50. Угу. Крюкошки, ну, возможно, пригодятся, давай все возьмем, ару. Пускай будет. Крюкошки, я думаю, мне пригодятся тем, чтобы, допустим, кого-то остановить. Тоже такой вариант вполне неплохой, имеет свойство жить. Так, это сразу же одеваем. Ну, алло. Здесь такой жестокий баг, в плане он застревает в этом. То есть ты пытаешься взять что-то в руки, он долго думает об этом. Кстати, давай сразу же заюзаем тепло. Это у меня на пятерочку. Давай, юзай, молодец. Опаньки, отличненько. Потому что чутка прохладно. Так, теперь надеваем шмотки все. Так, вот это нужно будет починить обязательно. Перед тем, как идти. Вот это я без понятия что, так что ее тоже возьмем с собой. Так, нужно будет бутылку воды взять. Ну вот, видали, да, какой же прям экипированный в меховых ботинках. Броня 232, а так бы она всего лишь увеличилась на десяточку. А зато защита от магии увеличилась. Я считаю, что это лучше. Защита от холода нехило так. Ну, еще благодаря вот этой фигне у меня защита от холода. Но теперь я уже такой вполне серьезный воин. Так, погнали. Что у нас дальше? Так, с этой у нас в эквип идет. Как видите, я еды себе нахапал.
Дофига. У меня испортилось, конечно, уже примерно столько же, потому что я хотел вчера пойти. Решил пойти сегодня. Потому что вчера я решил лечь спать. Думаю, ну и в жопу все. Ну вот. Так, что у меня еще? Серп брать не буду. Кинжальчики. Да, ну дополнительный вес, видите, такая проблемка, дополнительный вес. А хотя вес 39 всего, так что нормально, давай еще возьмем. Так, бутылку с водой обязательно. Так, мне нужно будет вот это вот обязательно взять. И вот это вот обязательно взять. Это на починку вот этого говна. И шарды. Как я уже говорил, всегда нужно брать с собой шарды, чтобы не пытаться их добывать. Теперь я смогу спокойно их оп, и чинить. Отлично, отлично. Ах. Нужно подготавливаться к походу ответственно. Так, спальник надо состряпать обязательно. Что-то я вроде бы думал, что у меня все готово, а нифига, не все готово. Наверное, ротан нужно будет тоже. Так. Ты смотри-ка, угадал. Так, крафт... Ол, давай все четыре состряпаем, потому что я думаю, мне все четыре пригодятся. Я же буду ставить их в разных местах. Так как сейчас уже подобрать нельзя, то такая проблемка с ними. О, да ладно, не все. А, я думал, все четыре за раз состряпались. Смотри, исчезло все. Думаю, нифига прикол. Так, отлично. Так, на задний фон я включил такую музыку, которая меня расслабляет. Я хотел стандартную музыку включить, честно, я хотел стандартную музыку включить. Ну, лазя в инвентаре. Такая включается такая музыка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Как в фильме ужасов. Я такой хоп-хоп, огляделся. Ничего. Хоп. Спокойно. Фух. Я реально подумал, там у меня за спиной сейчас кто-нибудь вырулит. И я так подумал, не, игра, короче, не. У тебя слишком, короче, такая серьезная музыка, я не хочу тебя слушать. Ну чё, все, экипировались полностью, целиком и полностью. Три, ну ладно. Давай вот так вот сделаем. Да, ё-моё, видите, то есть надо подождать, пока он заюзается. А, надо это лишнее убрать. Лишнее нужно убрать. Вот это и вот это. Так, теперь это все в разное. Ну все, все, что нужно, я взял. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Я тут еще заметил, что у меня вода закончилась, и я в дальнее путешествие не смогу пойти, поэтому смотрите, как я делаю. Такой, сейчас, лайфхак. Берем какой-нибудь маленький предмет, чтобы спрятаться можно было. Так, заходим в дерево так вот, и оп, голову. Наклонили. Я дерево. Кстати, у меня так спальник спрятан здесь. Я уже спать ложился здесь. Очень удобно. Когда ложишься, ты просто в дерево прячешься и все. Вот, поэтому я сейчас на паузу и пойду воды наберу. То боюсь, меня надолго не хватит. Ну все, погнали. В общем, как хорошо мне... О, синий метеорит упал, да? Ну хорошо. Иди сюда, скелетоня. Начнем путешествие со смерти. Да не с моей смерти же начнем. Оп! Да, даже при 10 FPS я могу что-либо делать. О, нормально. Я левелапнулся как раз перед путешествием. Так, что у меня там выпало? О, стрела как раз нужная мне. Отлично. Неплохо. Фу, тихо. Бежим. Оу, легче. А вот про смертушку-то я не ожидал, если честно. Так. Кстати, когда он молнию бьет, он вперед постоянно двигается. Это иногда косячит. Фу. Реально вот про смертушку это я не ожидал. Молот, да ладно, круто, наверное. Он медленный, кстати, но дамажит, как видите, дофига. Трупы лутать не буду, ну и в жопу. Я думаю, кстати, наверное, за место меча проканает. Ладно, лишнее скидываем. Кирку оставляем. А меч... Ну хотя меч давай тоже экипируем. Почему бы и нет.
Отлично. Ну все, я готов. Я починился, воды попил, воды набрал, собственно, чтобы все нормально, можно было идти в путешествие. Также потестим вот эти вот новые обилочки, ну как обилочки, предметы. Здесь Magic Stone, навигация скиллов написана, я не знаю, что это за фигня. А здесь... типа не могут спрятаться от меня, что-то типа того, враги не могут спрятаться от меня, тоже непонятно. Непонятно. Вот, поэтому как бы все это нужно смотреть, узнавать. Я не знаю, что они сделали с игрой, кстати, стало еще хуже. Графика, точнее настройки все те же, а стало еще хуже все. И это фигово. Это фигово. Реально, сейчас просто 10 FPS мне показывает, и это очень фигово. Приуныл, бедняга. Вот, поэтому как бы да, кстати, да, рассвет, все нормально. Сейчас все-таки зайду сюда, гляну настройки. Потому что это вообще, тут сюда зашел, вообще пятерка стала. Так, может дальность прорисовки мне уменьшить. Давайте я дальность прорисовки уменьшу, так как это мне хоть как-то поможет все это дело улучшить. Да, плюс 1 FPS. Вот реально, плюс 1 FPS. Да ну тебе в жопу. Сейчас в лес выйдем. В лес выйдем, там нормально будет. Строение. Постройки это просто ад, я бы так сказал. Поэтому, кстати, да. Тени я всегда выключаю, они меня раздражают. Также я выключаю всегда траву. Но здесь я что-то, кстати, вообще не выключил. Стройки, вот это вот предмет на земле, это всякая трава. Я ее всегда отключаю, в арке, допустим, она у меня отключена, так как я ничего найти не могу, меня это бесит. Всю вот эту траву лишнюю я всегда убираю. Да, не самое лучшее начало путешествия, но зато продуктивное начало путешествия было, я вам так скажу. То есть, когда я завалил... О! Слушайте, пойдемте по тропинке тупо. Не, не прямо-прямо-прямо, а по тропинке. Я думаю, тропинка нас куда-нибудь выведет. Только будем стараться держаться в правую сторону. В левую сторону я уже ходил, я знаю, что там, там жопа. А вот, ну там деревушка, все дела, но туда я уже ходил. Вот, будем держаться в правой стороны. Поэтому как бы так. Ну, кстати, да, стоять. Давайте-ка на таких вот заюзаем скиллы. Стоять, я где-то человека слышу. Я где-то слышу человека. А где? Я не пойму. Но я слышу человека. В смысле, это сражение я слышу. Или это фантомные призраки? Я реально слышу человека. Потому что не говорил. Больше не слышу, сдохло, видать. Ай, ё-моё. Я реально слышал. Ладно, пофигу, видать, звук настолько далеко распространяется, что было слышно вообще откуда-то из-за горы. Так, что я хочу заюзать? Я хочу сейчас заюзать, допустим, вот этот скилл. Точнее, руну или что. Да, руна. Эп! А, это карта. И я сейчас... О, карта. А, нет, все-таки, как и показывалось, я внизу нахожусь, да. А этот город где-то вот здесь находится. И мне надо туда? Не понял. А в чем прикол? Выход тогда получается вот так, что ли, сделанный? Ага. Это карта была все-таки. Навигация. А, это не навигация скиллов, а навигационный скилл. Написали бы карта, дебила.
Не, ну я хотя бы понял, где я нахожусь. Если я иду туда, то я иду вдоль берега. А мне нужно, получается, туда, чтобы идти наверх. То есть, да, по факту я сейчас, ну, по тропинке пойду и держаться с правой стороны. Да, все правильно. Ну и давайте третий скилл заюзаем. Это у нас что дает мне? А, это, может, я типа невидимых вижу теперь. Ну, кстати, возможно то, что я стану видеть невидимых. Да. Как даст, короче, в дотке. Короче, такой себе, если честно. Ну да ладно. Тоже вполне себе неплохо. Вот шестерочка у меня стоит. Это вот это нужная штука. Это вес, короче, я сейчас его заюзаю, и у меня вес уменьшится на 15 минут. Так что все нормально. Хоть что-то у меня хорошее, да есть. А, ну еще хилка, конечно, и варм, это тоже супер штука. Но в целом, погнали, короче. Погнали по дорожечке, погнали. Будем экономить силы, не будем бежать слишком быстро. И уже как раз рассвет. Ну, мне как бы пофигу на этот рассвет как таковое, но все равно. Чисто символически, да, начали с рассветом. И уже погнали потихонечку путешествовать. Я буду без остановок, чисто от и до, снимать все путешествие. Вы пишите, что хотите, а я хочу именно так снимать. То есть я хочу снять именно так, как я хочу. Кстати, да, виверны сказали, что они такие типа, бежим, и все в таком духе. Но это уже притомленная виверна. Это здорово, наверное. Просто раз притомленное, значит, это что-то, короче, это страшное должно быть. Кстати, а здесь что у меня? А, здесь костер стоит. Очаг. Метеорит падает. Нет, такое себе, короче, непонятное дело. Ну ладно. Погнали дальше. Погнали дальше в путешествие. В целом, я очень доволен игрой. Был бы еще FPS, как у всех, знаете, вот, ей-богу, я вообще понять не могу. Я ставлю на максималку, у меня показывает 15 FPS. Ставлю на минималку, у меня 15 FPS. Это означает, игра не оптимизированная. У меня GeForce GTX 760, и вполне, по идее, должно быть все нормально. Но что-то тут пошло не так. И это очень фигово, я вам так скажу. То есть, непонятно, что за вон пост прям посреди. Типа выбрали ровно поверхность, что ли? Сволочи, поставили прям посреди дороги. Сломать их надо. Натуре. Ставить свои халупы здесь. Что-то мне не нравится эта птица. Птица не верится. О, их уже сломали, отлично. Ибо нефиг. Че, раздели уже полностью? Нет, не полностью. Давай тут заберем. Ну и хотя и деревяшка мне пригодится с камнем. Для чего-нибудь. Хотя и соломку тоже пригодится. Всяко самому не лутать. Скилл на вес есть, так что все нормально. Погнали. Погнали. Дальше. Интересно, что там за птица? Это виверны? Или типа аргентависа? Земляной элемент? Да вашу мать! Я лучше это место обойду стороной. Не, я, конечно, говорил, я пойду по тропинке, но когда посреди дороги идут несколько земляных элементов, там летает пару птиц. Пару-тройка птиц. Боровы, да и в целом там какая-то война миров, блин, я что-то не хочу туда идти. А вы, короче, говорите, что хотите, а я вот туда идти не хочу. Так-с. Ну вот и обошли. Заодно и путь сократили, скажем так. Так, здесь спуск вниз. А мне-то надо туда наверх идти. Да и в целом сюда вниз я уже ходил, так что погнали наверх. Погнали, короче, по внедорожью. Да.
сильно шифтовать не нужно. Мне силы могут пригодиться. К примеру, бежать от кого-нибудь. Ой, да нифига тут. Вон виверна стоит. Да, виверна попробуй догони называется. Ой, там альфач. Альфач, там кто, гоблин? Я надеюсь, что гоблин, так как с ними возни поменьше. Ага, вот тропинка, нормально, я ее сократил. Кстати, да, мне сказали, что путешествие в другой город — это гиблое дело, в том плане, что... типа фракции, они друг с дружкой еще воюют, что-то типа того, ну точнее города. Оп. Отлично, мелкие гоблины, вас так и не заметишь, не заметишь, как троадоны в арке, знаете, козлы, их не просто не заметить. Их можешь заметить лишь тогда, когда у тебя уже торпор начал накидываться. Скоты. О, да ладно, ты чувака залутал, что ли? О, посох посевый. Отлично, это тоже пригодится. Металлическая кирка. Ладно, не буду врать. О, жрачка. Вот это... Блин, хоть обратно возвращайся домой. Ворота огромные. Так, ну мне это все пригодится. Секира. Новые еды. Седло. О, шапочка басявая. Здорово. Magic Proof добавит. А, хотя погоди, у меня шапка там вообще... У меня по басявее шапка. Шерсть мне пригодится. Стрелы пригодятся. Вот это без понятия, для чего она мне нафиг не нужна. Так, ну и шардики возьмем давай. Нехило. Ну, ротанг тоже возьмем, раз он весит мало. Так, ну и давай железную кирку тоже возьмем. Пригодится. Серп. Серп, серп, серп. Сколько ты весишь, двушку? Пригодится. О, бутылка обязательно нужна. Бутылка обязательно нужна, надо будет набрать воды, и все будет пучком. Мне кажется, он ни одного залутал здесь, знаете. Такой конкретный гопник. Ни одного уже залутал. Вот, поэтому как бы... Кара была неизбежна. Так, теперь вот это вот надо выкинуть. Это надо выкинуть. Надо посмотреть сейчас, что я выкину, что я оставлю. Так, это я оставляю. Ну, кстати, вот это мне в таком количестве точно не надо. Зато вес дает нехило. Слитки. Жалко, но они мне не нужны. Так, это я оставлю. Все-таки весит не так уж и много. Авось пригодятся. Ну и все, что у меня тут по весу. По весу пока что все более или менее. Водичку набрать можно будет еще. Так, серп давай экипируем. Так, Magic Proof 40, ну это все фигня. А вот посох, ну-ка, дамаг 5. А здесь, допустим, посох, дамаг 2. Да, этот посох явно у меня по басяве будет. Вот за посох это здорово, это спасибочки. Ну и дополнительные, как видите, скиллы нахапал. Сразу давай починочку сделаем. Вот беленькой не было, это жалко. Сразу же жрачку давай берем. Угу, тоже пригодится. И вот, уже вполне неплохо себе я так нахапался. Так, что тут у нас? Дамаг 60. Ну, кстати, давай-ка затестим, что же лучше. Так, кирку давай скинем. Ой, не то, не то, не то. На последний слот скинем кирку. Так, допустим, молот. Раз, раз. Допустим, это. Раз, раз, ну да, так быстрее. Ну и дамаг. Затестим. Раз, раз. Да лё, бляха-муха. Сколько? 80. Или показалось? Да погоди ты, господи тебя. Да стой ты. О, посох затестим. Раз уж ты убегаешь. 80, то же самое, да? Хм,
А нафига мне тогда басяби и посох? Непонятно. Но понятно то, что ничего не понятно, да. Да, по факту ничего не понятно. Не убежать тебе, скотина! Знаете, я в этой игре обожаю магию. Магия дамажит сильно, и плюс не обязательно подходить близко. Особенно вот для таких козлов. Это самое оно. Элит гоблин. 40-го левела. О! Хаммер и монетки, окей. Что там за говно непонятно? Ну да ладно, давай посмотрим. Счет, короче, прям мне пока что на лут прет. Чувствую, в следующей серии я сдохну. Тип оружия. Ну, это типа тоже палочка, выручалочка. Нет, это дубинка оглушать. Черт побери, я надеялся, что это палочка-выручалочка. Ну ладно. Делаем вот так, короче. Эту дубиночку он туда скинем. Пусть чай там будет. И все хорошо. Так, давай-ка. Так, у меня ж молния еще одна появилась, да? А вот это починочка. Да, я понимаю, что у меня по сути сейчас это все не к чему делать, но когда будет жестокая битва, это будет фигово. И меня раздражает то, что он так он входит в порог, вот это вот в меню заходит это вот так долго. Мне это жутко бесит. Чё-то не лутается. О, пошла жара. Не, мясо кости. Ну ладно. Погнали. Погнали, погнали. Хотя уже 26 минут, есть смысл закончить. Я слышал. Или это у меня персонаж так хрюкнул? Но мне показалось, что я слышал гоблина. Ну я понял, что Life Targeting Piece. Это ихняя. Ну чё это? Просто тупо обычный пилар? Мать твою! А что это было страшно? А ну тебя в жопу. Погнали дальше, короче. У меня и по дороге нормально, так знаете, могу чем налутаться. Ну, кстати, из такого камня, если весь дом будет, это так будет FPS проседать. Это просто кошмар. Я просто в этом уверен. Да и зрение будет проседать, знаете, тоже так нехило. Ха, слушайте, мне не показалось. И... Эх, овца! Ну, кто бы что ни говорил, а вот гоблинов я ненавижу все равно. Как троодонов в арке. Вот ей-богу. Такие же твари. Нападают под тяжка. Хотя нет, не только троодонов. А, да, троодоны, да. Пигмастаксов и троодонов я ненавижу. Нормально. Пригодится на починку чего-нибудь. Ну-ка, если в тебя разобрать. Что будет? Топором месю я мясо, получаю я кожа мясо. Да. Изничтожение гоблинов. Ладно, фиг с ним, короче, все равно ничего путнего с него нету. Ну, посох, единственное, что я могу сказать, это красивый. Но дамаг он никак не увеличивает. А жаль, я надеялся. Я реально надеялся, что он будет дамаг увеличивать. Написано, что дамаг плюс 5, но это, как я понял, обычный дамаг. Потому что как молнии бил 80, так и остаюсь. Ну, остался 80 бить. А время тоже 29 минут от серии, так что знаете что? Я, пожалуй, на этом-то и остановлюсь. Потому что... Ёб твою ж налево, как тут лагает, когда я вот так вот смотрю наверх. Вы бы знали. Потому что... Потому что... Так. Гоблин, ёпта! Вот я хотел закончить, называется. Ну-ка, а в тебе что, есть что? Нет, чё, нет, чё. Ну ладно. О, кстати, смотрите, у меня уже почти 20 левел. Ой, я еще пить захотел. Надо бы к источнику какому-нибудь подойти. Да пошел ты! Вот тебе и попытаешься закончить серию.
Скоты. Везде. Вообще расслабиться не дают. Даже водички попить. Сволочи? Сволочи. А что поделать? Бывает. Игра такая. Ну, в общем, народ, на этом уже точно все. Как говорится... Ой, ёпта. Это было явно не то, что мне нужно. Ну, зато пожрал. Хотя это было нужно. На этом я уже точно буду с вами прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Продолжение приключения вы увидите в следующей серии. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, конечно же, делитесь моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.